Я понял. У меня времени нету на эти кругаля. Сейчас солнце сядет, я в принципе цель не увижу. Слушай, я полетел обратно. Хорошо, с Я... Майкопа еще взлетел этот самый, как его, вертикальный. Ага, я понял. Харьер. Взял обратный курс, иду на Краснодар. Харьер я, наверное, сейчас работаю сразу. Он ближе всех. Да, надо было Мегаря брать. Минус Харьер. Хорошо. Так, по мне пуски. Нет, не наблюдаю визуально ничего. Ну, пищит береза, пиздец. Земли, может? Я у земли. Не, нет, это ястреб на жопе прям сидит. У нас есть ПВО над филдом? Каким? Майкопом, Да, наверняка нет, есть. над Краснодаром. Ну я над Краснодаром, давай один меня так. Разворачиваюсь к тебе. Иду я. Ага. Я Меня над озером большим. на жопе у меня висят. Я понял. Давай собьем их. Я Ты их меня в вижу. захвате взял? Нет. А, Разворачивайся, нет. там наш идет еще навстречу. Разворачивайся, уходи. Да ладно, я помогу. Ты все еще в захвате? Да. Я тебя вижу. Сейчас я ниже спущусь, чтобы он меня не спалил. Сейчас я под вас иду. Кручу на вас. По мне пуск ракета или по Отвора... тебе? Нет. Все, меня бросили.
Разворачиваюсь. Я разворачиваюсь, потому что по мне пуски. Давай. Взял его. Работаю его. Работаю его. Работаешь? Да. Веду его. Ракета пошла. Я работаю. Давай, я у него на шесте. Ага, я вижу тебя. Ну, не дошла. Я ракеты вижу, они не попадут. Да. Эрка пошла, сейчас прибьет его. Готов. Попадание. Еще второй сзади. У тебя? На три у нас. Принято, на три. Наблюдаю визуально. Давай, работай по нему. Да, я доворачиваю. У меня эрок только нет, нихуя. Не страшно. Прям в морду мне идет. 150 азим. Я его вижу. Я веду его. Угу. Прям в лоб идет. Сейчас буду работать. С пяти. Ракета пошла. Наблюдаю пуск. Готов. Попадание. Так, еще один на три. Опять на три? Да, уходит. Не вижу никого. Ну, у меня на МФД. Дожди-ка, на три часа. Да, 2-2. На 9, может? 2-2-0, нет, на три. Ну, уже 2-2-0. Я на 9 вижу. Да. Это наш там, 2-2-0, уходит. 2-2-0, принято. Я им пошел в догон за ним. У меня 3 тонны топлива. Попробую догнать. Пропал с радара. Может быть, вниз упал. Ясно. Я возвращаюсь. Давай. Да, он развернулся. По-моему, кто-то сабу скинул. А, нет, это... Славовые ловушки над моей попом. Двести вот у меня пошел. Возвращайся, сохрани жизнь. Да нет, я его доберу. Сейчас найду его. Блять, навел бы кто-нибудь, не вижу его, он где-то по горам тут ползает. Береза молчит вообще.
куда-то в горы ушел, я возвращаюсь. Да, давай. Полторы тонны у меня. Засал, съебался. Ну, нормально я их уработал. Парочку-то сладкую. Твикс. И этого еще как бонус. Я его прямо у них перед носом сбил, короче, представляешь? Ну да. Они отключились. Ну что, хорошо, у нас в 25-м на посадке можно. Даже когда у тебя все выпущено, еще тормоза нужно сделать. Это да. Так, я долететь-то успею 60 километров. Я думаю, успею. В Краснодаре прям садиться одно удовольствие, огромная масса. Даже тормозной парашют не нужен. Тут какой-то то ли мигарь, то ли мираж садится. А, мираж, да. Пять минут, я успею долететь. 20 километров остается. А ты можешь выпускать тормоза, если у тебя выпущено шасси? Какие тормоза? Воздушные. Конечно, я могу в любой момент щиток выпускать. Но сухаре же он сверху, на горбе. Ну да.
Все. Боевой разворот. Афганистанский разворот называется. Ага. Как же там афганистанский не сгорелся. Угадаю себя. Работаю по себе. Шутка. Кто-то моргает там. Мираж. Могу только вот так сделать. Красавчик. Как мы им дали прикурить, блядь. Чё, мы молодцы, а? Да не особо. Мы молодцы. Задача-то не выполнена. Ничего, до сейчас. Цель не дошли ни разу. Сейчас рестарт будет, дойдем. Я же сбросил, мне пришлось сбросить эти, блять, бочки. Я когда от них съебывал.